Роман Киселев, шеф-повар ресторана «Гус-Гус». Привет. Роман. Да. Вот само имя твое, Роман, и гастрономическая фамилия Киселев. Наверное, это было уже с детства твоим призванием стать шефом. Призвание это было буквально с детства. И любовь к готовке примила мне моя няня, которая работала у нас дома. Ее звали тетя Рима. Она была великолепным поваром. И, по сути, когда я рос, в течение своей жизни я ел ее еду, и она была восхитительной, и, собственно, мне это передалось, вот эта вот любовь к продуктам, любовь к готовке от нее. Почему ты решил принять участие в Мегустро? Ну, во-первых, мне предложили принять участие, и я знаю эту площадку, платформу, мне нравится, что делают ребята, и мне предложили моего напарника в этом мастер-классе, я с удовольствием согласился. Франция мне близка, я вырос на французской кухне, и для меня было одним удовольствием готовить с Бруно сегодня. Что нового привез Бруно Денель из Франции? Чему ты у него научился или, может быть, подсмотрел? Ну, на самом деле, мастер-класс был построен таким образом, что мы не видели друг друга, мы стояли, получается, на другой стороне, и, собственно, я готовил свои вещи, он готовил свои вещи. Он привез мне корень петрушки из своего сада, собственно, продукт, с которым я знаком, но который мне в удовольствие готовить. Я его обжарил, приготовил сливочным маслом, тимьяном и чесноком, по сути, отнесся к овощу как стейк. Я ему дал задание сделать блюдо вокруг паюсной и черной икры. Продолжи фразу «Мегустро это». «Мегустро это развитие».